31 марта по 2 апреля в городе Казань пройдет традиционный открытый турнир по настольному теннису «Надежды Республики Татарстан» среди мальчиков и девочек до 12 лет, в котором примут участие юниорская сборная Туркменистана. Составиться она будет из 6 юных спортсменов и 2 тренеров. Наши дети в регионе Центральной Азии и дальше очень способны показать высокие результаты. В турнире также примут участие дети со всех городов и районов Республики Татарстан, а также из городов Российской Федерации. Тренеры Федерации большое внимание уделяют начальному обучению и постановке техники. Для занятий с юными спортсменами привлекаются самые опытные тренеры из числа действующих членов национальной сборной Туркменистана. С 1988 года настольный теннис является частью олимпийской программы, и в Туркменистане ведется активная работа по привлечению молодежи в спортивные секции. Федерация настольного тенниса Туркменистана с 6 апреля прошлого года начала отмечать Всемирный день настольного тенниса. Это довольно молодой праздник, инициированный Международной федерацией настольного тенниса в 2015 году в целях популяризации игры в разных странах и пропаганды здорового образа жизни.